Данила Власов окончил магистратуру с РФТИ по направлению конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств. На бакалавриате Данила учился также в Саровском институте, который за столько лет уже стал родным. Молодой человек признается, что учеба была интересная. Он активно участвовал в конкурсах и мероприятиях, а также играл в хоккей в составе студенческой команды. Институт активно поддерживает отрасль спорта. По крайней мере, когда мы учились, при нас создалась хоккейная команда. Мы ездили на первенство области, занимали призовые места. Насчет учебы было тоже весело и приятно, когда преподаватели, было видно, что они душой и телом болели за нас, переживали, помогали где-то в дальнейшем трудоустройстве. Скучать буду по преподавателям, наверное, по многим. И, наверное, как бы это ни звучало, по самым строгим преподавателям, потому что спустя годы понимаешь, что они больше всего за вас переживали и старались сделать из нас людей. Торжественный вечер в честь вручения дипломов магистрам с РФТИ прошел во Дворце культуры и досуга в НИЭФ. На сцене лучшие выпускники получили медали за успехи в научной деятельности, в учебе и спорте. Напутственные слова магистрам сказали преподаватели, руководители города. С РФТИ – опорный вуз госкорпорации «Росатом». Сегодня более 4000 выпускников института работают в РФЯЦ в НИЭФ. Из них более 600 занимают руководящие должности. Я надеюсь, что очередные 107 человек, которые придут в Российский федеральный ядерный центр, в различные наши подразделения, найдут свое место в громадных тематических направлениях, которые ведет Российский федеральный ядерный центр. Эти тематические направления на сегодняшний день абсолютно востребованы. Они необходимы для поддержания нашего арсенала ядерного. Каждому из вас найдется место, я надеюсь, что вы своими знаниями приумножите славу Российского федерального ядерного центра. Вы участвуете во всех активностях, что бывает. Отдельная благодарность за представление нашего славного города Сарова на конференции, на выставке ВДНХ, которую мы провели совместно с вами, и это был успех. 14 тысяч россиян посмотрели на вас, на нас, на Саров, и оценки самые восхитительные. Вы действительно достойно представляете наш город на всех точках России. В СРФТИ работают 10 базовых кафедр, созданных совместно с ВНИЭФ. Начиная с третьего курса, выпускники проходили производственную практику на градообразующем предприятии, выполняли научно-исследовательские работы, магистерские диссертации по актуальным тематикам ядерного центра. Саровский физтех в третий раз входит в премьер-лигу мониторинга вузов России. В рейтинге принимают участие 1300 высших учебных заведений. И СРФТИ в топе 26. Мы лидируем среди вузов Нижегородской области. Мы сегодня являемся лучшим филиалом НИЯУ МИФИ. 2 года подряд наши студенты выигрывают золотые медали в Я-профессионал. Это самая масштабная конференция или олимпиада платформы России «Страна возможностей». После торжественного мероприятия выпускников СРФТИ ждал праздничный фуршет, фотозоны и активности. Светлана Юрнова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров 24.